Задача участников стратегической сессии по обновлению регионального плана «На севере жить» – провести мозговой штурм, анализируя достижения предыдущего пятилетнего плана и предложить конкретные действия для достижения новых целей. Любые вот эти начинания людей, которые даже самые фантастические могут быть, они действительно могут в этом открытом диалоге быть донесены, и они действительно будут исполнены. Это самое главное, для чего эти есть стратегические сессии. В течение 3 дней специалисты обсуждали предложения по 12 важнейшим направлениям развития областного центра. Главная задача – отобрать самые перспективные идеи, направленные на улучшение жизни жителей Мурманской области. Стратегический план «На севере жить», который реализуется у нас в регионе с 2019 года, уже показал свою эффективность. В прошлый раз в обсуждении приняло участие более 25 тысяч северян, которые внесли конкретные предложения, и за эти 5 лет эти предложения во многом были реализованы. На данный момент собрано уже около 40 тысяч предложений. Прием продлится до 3 июля. Все идеи северян – от локальных инициатив до глобальных инвестиционных проектов будут рассмотрены экспертами и учтены при составлении плана. Каждое мгновение, прожитое здесь, на севере, должно добавлять нам радости. В конце концов, что такое счастье? Это жизнь в соответствии с нашими ценностями. Анастасия Щербатова, Даниил Пугачев, ТВ 21+.